Всем привет, мои дорогие, с вами Куннова Аня, вещаю из Кирова, и это то, что я назаказывала, пока вот была в поездке, тратила купоны, тут будет очень много информации про купоны и будет информация про подарки. Так, начнем с того, что заказ очень разношерстный, попробовали мы практически все, очень даже некоторые вещи понравились, а некоторые нет. Ну, в общем, начнем с вами по порядочку. Во-первых, что мне пришло, это бюстгальтер, ну, это вкладочки обычные. Он мне очень-очень понравился, поэтому я заказала второй. Великолепный. Он идет натуральный. Тут идут вкладыши, но я их, конечно же, выкидываю, зачем они мне нужны. И, в принципе, все. Вот таким образом ношу. Это хлопок, 100% хлопок, везде и всюду. Так, давайте посмотрим. Значит, Сусанна 85C, артикул 503-887. Это бюстгальтер особая поддержка с эффектом пушап. Ну, пушап я убрала, потому что и так грудь большая. А так, в принципе, мне очень-очень даже понравился вот этот бюстгальтер. И хочется такой иметь. Чашечки хорошие, плотные. Ну, не могу сказать, что они супер прям плотные, будут увеличивать. Но, может быть, немножечко чуть-чуть, но это не так заметно, как может показаться на видео. Далее, вот такой бюстгальтер, тоже идет такой вот черный, красивый, приятный, очень-очень нравится, тоже пушап, вот эти штучки можно убирать, и будет не пушап, вот обычный. В общем-то, тоже понравился, но тут уже не 100% хлопок, конечно, тут уже немножечко другой состав. Так, значит, Мадина 503-922-85C. Мне хорошо 85C подходят, замечательно. Столкнулась с тем, что у меня очень мало вообще бюстгальтеров с черными бретелями. Не знаю, как так получилось. Тут, видите, половинка тянется, половина такая. И получается иногда, что с черной майкой очень сложно что-то надеть. Поэтому я взяла побольше разноцветных бюстгальтеров. Далее, смотрите, заказала такую вот салфеточку для пола. Она мягкая, клевая, классная. Такая ткань у нее интересная. Подходит для любых поверхностей, для сухой и влажной уборки, не оставляет разводов. Красной тряпкой, говорят, мыть пол к деньгам. Артикул 115-28 у нее. Ну, такая вот хорошенькая, классненькая, большая тряпочка. Тряпка для мытья полов. Ее, кстати, как полотенце можно. Никто даже не отличит. Не, ну это я, конечно, шучу, но очень такая качественная, хорошенькая тряпочка. Далее, как обычно, губку, не буду ее 100 раз разворачивать. Ей реально удобно мыть все. Грубая, упругая, очень долго измывается. Артикул 119-99. Побежим еще по салфеточкам. Кстати, бюстгальтеры мне подарили за 1 рубль по программе Флоранж. Дальше, значит, салфетка для кухни из микрофибры. Ну, что могу сказать, стирали, и уже пора просто заменять ее. Хвалю, очень долгоиграющая, одна сторона у нее ребристая, такая, ну, не грубая, но погрубже, чем вот эта вот, более мягкая сторона. Есть петелька, куда подвесить, если мало ли это нужно кому-то. И она идет, как действительно, легко удаляет сильное загрязнение, подходит для любых поверхностей, двухсторонняя. Артикул 115-24. Ну, классная тряпочка, действительно очень надолго хватает и действительно даже отмывается она очень-очень хорошо. Мы пока уезжали на 33 дня, на 36 вернее, у нас тут девочки прибирались. И я решила все, что вот в приборке было очень сильно задействовано, это просто уже выкинуть, потому что там оно, ну, действительно уже и много месяцев мы этим пропользовались, и 100-500 раз стирали. Вот мы, например, если вот салфетку джутовую берем, да, вот она такая грубая очень салфетка, петелька есть, логотип Faberlic Home, то мы один день ей пользуемся и сразу кидаем или в посудомойку, или в стиральную машину, без разницы куда. Куда кинется, в общем. У нее размер 21×25, артикул 910-283. Чем хороша джутовая? Тем, что она полностью биоразлагаемая, поэтому мы прям практически на эти тряпочки полностью перешли. Удобно стирать со стола, такая грубоватенькая тряпочка, хорошенькая. Ей даже, наверное, проще, чем вот этими предыдущими салфеточками что-то делать. Это у нас уже идет салфетка джутовая большая. Ее, кстати, можно использовать даже как полотенце. Размер, потому что у нее 26×45. Артикул 910-282. Вот такая вот большущая. Вот эта петелька, я так понимаю, можно на нее подвесить или что, не знаю. Ну, и вот у нее такое вот грубое плетение.
интересно, конечно. Поэтому компания Faberlic уже переходит на новый уровень по биоразлагаемости. Очень плохо, что у нас нет вот тех классных губок, которые идут антибактериальные. Очень плохо, потому что мы так к ним привыкли. Но вот эта салфетка-губка, она тоже классная. Но ее, конечно, хватает на меньшее количество стирок, нежели той. Ту губку мы ей день попользовались, посудомойку закинули. Вечером все, проблем нет. С утра она уже нормально себя чувствует. А эти же мы также вечером закидываем в посудомойку. И тут вот уже, видите, поролон, он ничем не прикрыт. И оно, наверное, быстрее разваливается. Салфетка-губка двухсторонняя, 13 на 3 на 10. Материал 90 полиэстер, 10 полиамид. Такая вот обычная. И причем вот эта вот мягкая штучка, там внутри содержатся какие-то крапинки. Сейчас мы с вами их посмотрим. Видите, вот эти вот волосочки. И вот эти волосочки, они колются. И напоминают какую-то остренькую лёзку, наверное. Может быть, что-то типа этого. Да, но еще и скрежечет, но нежный и ласковый, можно так сказать. А эта сторона, ну, обычная губка. Грубая, кстати, губка такая. И ей тоже удобно и со стола стереть, и посуду помыть, и что-то разлили быстренько вытереть, потому что она плотненькая. В общем-то, нормальная замена, но та нам нравилась больше. Так, губка Ластик. Это идет губка универсальный помощник. Ей можно очистить все, даже известковый налет. В общем, меланиновая такая губка крутая. Материал спененный меланин. Она вроде бы мягкая, она ломается, когда вы ее моете, но она хорошо оттирает. Артикул 110-42. Время от времени очень редко беру, потому что мы ими очень редко пользуемся. Далее взяла по купонам несколько пачек влажных салфеток. Тут их идет 20 штучек. Набрала прям кучу, целую запасники, если честно. У меня было под Катиным рекномером 110 купонов. Представляете, и под моим еще 65 купонов осталось, но у меня уже родственники понабежали и говорят, мне вот это, мне вот то, мне вот то. Я говорю, ой, забирайте, я говорю, потому что если сложить наши регистрационные номера с Катериной, то у нас получается суммарно больше 300 купонов, потому что вот было 110, потом 65, и потом еще я делала два заказа до заказа, потому что они мне были нужны, и купонов просто тьма тьмущая, их просто, ну, вообще некуда девать. Мне очень жаль, что их нельзя дарить. Очень жаль, что их нельзя дарить. У нас были карточки «Твой бонус». Вот их можно было дарить, я их раздаривала своим консультантам, потому что, ну, куда мне столько? Значит, артикул 30-552. Вот такие вот влажные салфетки. Очень люблю. Они вообще во всех моих поездках. Далее, вот эти салфетки, конечно, их нужно по-хорошему протестировать. У меня, конечно, есть мое любимое животное. Вот она, кстати, составляет мне компанию, мое любимое животное. Девочка моя. Эй, красотка. Ну, крепко спит. Честно сказать, она у нас домашняя, стерилизованная и вообще какая-то непахучая. Ну, может быть, вот сейчас жара, там туалетик, так и то у нас такой комкующийся, который запахи убирает. И все. И вот эти влажные чистящие салфетки, моментальное очищение, дом без запаха животных, аромат полезный для питомца. Вот, честно сказать, может быть, просто нам так на них перейти, потому что, ну, как бы у Алиски ничего пахучего нет, а они действительно и пахнут вкусно, и свежесть какая-то, и для животных безвредны, и запах очень у них такой резкий. Я бы сказала, что резкий, но с другой стороны приятный. Я даже вот этот спрей около Алиски попшикала, думаю, убежит, не убежит, она не убежала. Написано, что прям запах полезный для кошек. Представляете, полезный запах. Я не знаю, как так. Вот, аромат полезный для питомца. Интересно, конечно, салфетки хорошо чистят, аромат лаванды. Такой бьющий в нос лаванды, честно сказать. Способ применения. Извлеките салфетку для предотвращения высыхания остальных салфеток. Запечатайте упаковку и протрите загрязненную поверхность. Ну, что я протирала? Ну, конечно, экран мы монитора не стала протирать, но я протерла клавиатурчик, тут мышку, пыль какую-то протерла. Все равно у нас много дней не было, где-то что-то скопилось. Крышку вот у мусорного ведра верхнюю тоже помыла. Ну, отмывает, все хорошо. Как бы никаких нареканий нет. Мне понравилось. Артикул 308-04, в упаковке 30 штук. Запах тоже яркий, приятный, поэтому я их одобряю. Мне кажется, они классные. Дальше. Мыло для кухни 5 в 1. Это по купонам. Весенние цветы убирают неприятный запах и мягко, эффективно вот не сушит. Артикул 302-16. Вот знаете, действительно, мой фаворит из года в год. 300 мл. Прям очень нравится. Оно не густое, не жидкое. Действительно, убивает все запахи на повал. Некоторые запахи, конечно, бывают очень неприятные. Она их может сделать какими-нибудь горькими. Но тут проблем с этим нету. Все хорошо. Вот такое вот мыло. Запах вот этот вот, он очень приятный. Весенние цветы. Мне понравился. Далее побежал спрей-очиститель без пятен и запахов. Эффективное очищение без запаха животных. Аромат полезный для питомца. Артикул 308-02. Ну, могу сказать, что он мне понравился. Сейчас я вам покажу. Это спрей такой.
обычный беленький спрейчик. Такой, видите, немножечко вон слегка пенится. Как вот тут показано. Запах у него очень нежный, легкий, еле уловимый, приятный. Ну и написано, что любимые одежды, пледы, постельное белье без пятен и следов от грязных лапок. Устранение в ткани специфических запахов от питомца. Ну вот у меня кошка не метит. Нежный аромат лаванды и альпийских трав. Действительно, нежнее намного, чем салфетки. Если там была просто лаванда, то тут прям нежненько. Ну, не совсем поняла, для чего он мне нужен. Но кошка есть, разберемся в итоге, если честно сказать. Заказала как новинку попробовать. Вот это очень даже в тему. У нас туалетик стоит на балконе. Если зимой все отлично, то летом иногда комкующиеся не справляются, пропускают. Бывает запах, еще что-то. Или кошечка по-большому сходит, тоже как бы такой ба, аромат. Хочется сначала побрызгать, а потом уже убирать. Артикл 308.01. Освежитель, нейтрализатор запахов. Классный, классный и очень приятный. Лаванду я люблю. Вот кому не нравится лаванда, ну, ребят, вам не по пути с этим ароматом. Я лично лаванду люблю, и когда я побрызгала этим ароматом около кошки, она не сбежала, она не ушла, и ей даже все понравилось. Она как лежала, так и лежит, хотя любой спрей около нее попшикать, даже если она в другом конце комнаты, она трясет мордой и убегает. А тут она прям не ушла. И вот видите, тоже заявлено, аромат полезный для питомца. Ну, шикарно. Я бы сказала, что это очень даже шикарно. Кстати, лак у меня от Faberlic. Тут три лака в перемешку. Если нужно, пишите, я вам укажу артикулы, но тут прям три лака в перемешку. Я намазала. Ну, нравится мне, очень красиво. Да, пока еще до мастера маникюра не дошло. Я как приехала, сразу к ней записалась. Так, далее шампунь, пятновыводитель для чистки ковров и обивок. Я его пока не пробовала, могу только сказать цвет, вкус, консистенцию. Реально не пробовала, потому что, когда мы вернулись, мы заказывали чистку, пока нас не было, всего-всего. И, к сожалению, ну, все идеально чистое, ни одного нигде пятнышка нет, потому что нас не было 30 дней. Одна няня у Вики, одну мы с собой брали в отпуск, а вторая няня у Вики осталась тут и говорит, я тогда буду все чистить. Чистить, мыть, мне не нужны выходные. Я говорю, ну окей, я тогда не буду заказывать чистку диванов. И она вот этим пенным очистителем нашим, который спрей пенный очиститель в твердой упаковке, в железной вернее, вот она им все очистила прям по два раза, ей все понравилось. Она даже себе такой заказала. Поэтому вот это пока, ну, никак я не протестирую, только покажу. Вот, но как начнет копиться грязь, вы его увидите в пустых баночках. Просто вот честно признать, не на чем тестировать. Но не проситься же к соседям, елки-палки. Значит, артикул 308.03. Это именно для чистки ковров и обивок. И тоже идет аромат полезный для питомца. Ну, посмотрим. Посмотрим, что к чему. Пока все нравится. Но, по идее, мы же тоже питомцы. Мы же тоже люди. И в жару всякие ароматы источаем. Хоть 8 раз в день мойся. Так, вот это хочу сказать, что шарики для устранения запаха в холодильнике взяла 3 штучки. А так как они были по распродаже или бонус за покупку, не помню. Знаете, на втором шаге заказа всегда что-то у нас есть. Так вот, с артикулом 111.60 шарики для устранения. В комплекте 3 штуки. Нравится, все время складываем. Знаете, чистота в холодильнике отличная. Тем более у нас холодильник огромный, и он завален, чем только не завален вечно. Он такой двухстворчатый, большой, и там очень много всего. Дальше, бонус за покупку. Вот смотрите, как интересно, я искала этот крем-депилятор очень долго на сайте, я его не нашла. Потом он начал мелькать в распродаже, и, скорее всего, компания Faberlic просто его куда-то спрятала нечаянно, а потом думает, ой, что-то он не продается. Я его реально искала, расстроилась, что он вышел с продаж, потому что у меня дочка только им пользуется, моя старшая. Ей не нравится бриться, ей не нравится ничего, она любит вот именно вот этот крем-депилятор. Артикул 25.75, он ей нравится, я им пользовалась, но я его особо не оценила. Это намажешься, сидишь, ждешь, в ванной мерзнешь, потому что все намазано. Мне не понравился эффект, неудобно мне. Я бритвой вжих-вжих, эти же самые ноги, и все. Но ей надо, вот именно, вот она не любит ни щипаться, ни бриться. И он ей очень хорошо подходил. Там есть лопаточка в составе, в прошлый раз вот не сказала, в комментариях спрашивали. Такая вот классная лопаточка. Кстати, ей даже нечаянно можно ей порезаться. Она хоть и пластмассовая, но такая островатая, поэтому с ней нужно быть осторожнее. Наносите слой, не такой уж и тонкий. Тонкий слой может и не сработать, если волоски слишком большие, грубые. И потом вся шерсть уходит вместе с лопаточкой. В общем, он ей нравится. Далее, ну, это средство
Ой, не можем мы никак робот-пылесос уделать. Скорее всего, то ли новый придется заказывать, то ли что. У нас непонятно, что с роботом-пылесосом. Он перестал подавать воду из контейнера. Все, что мы наливаем, там как будто бы вот все. Полгода, больше даже, год он у нас работал утром и вечером. Мы только чистили все, все щеточки, все чистили. И заливали вот этот 301-36 в него. Он идет без запахов, без всего. И он просто антибактериален в нашу квартиру. А тут сейчас мы просто вот спреем попшикали. И, конечно, расход другой. И я много сейчас не стала заказывать. Далее, мыло для рук тоже, по-моему, тюкнуло из-за того, что по распродаже, из-за того, что по купонам. Мне нравится вот этот вот апельсиновый меренга, вот этот яркий, вонючий аромат. Честно вам скажу, он прям бьет в нос, но очень вкусно. Артикул 1901, поэтому я его взяла. Ну, это обычное мыло, пенится, все, знаете, вот прям по-обычному. Далее, такие вот два. Это валялось чуть ли не месяц тут в коробке на обзор, поэтому оно было как-то по акции, по-моему, 147 рублей, что ли, вот эти вот пол-литра. И как раз вот эти вот ароматы можно было заливать вот сюда, вот в упаковку из-под вот этого бьюти-кафе. Ну, что могу сказать? Экономно. У меня таких сейчас 5 штук, но они уйдут быстро. Ну вот вместе с этими 7, получается, захламилось. Малиновый мильфей. Яркий. Не очень мне нравится этот аромат, но от него кайфует у меня вся семья. Мы еще смеемся в шутку. Я говорю, предатели. Они говорят, ну конечно, да, говорит, из-за мыла. 26,67. Мыло не кремовое, не ухаживающее, просто обычное мыло. Ручки чистые, все в порядке после этого мыла. И далее, вот этот мне больше всех нравится. Банановый мусс с артикулом 26,68. Клевое мыло. Закончилось, подлил, закончилось, подлил. Вот то же самое у нас есть дозатор под средства для мытья посуды. Ну, средства для мытья посуды у нас плохо уходит, потому что у нас больше идут биокапсулы для посудомойки. Они, да, они уходят хорошо, а оно нет. Решили с мужем пропить вот этот вот детокс смузи микс, потому что это очень хорошо все выводит из организма. Но после поездки это надо сделать. Артикул 157.94. Ну, расскажем. По идее, это обычный порошочек. У него такой какой-то кисельный вкус. Вот реально вкус киселя. Он там набухает и становится классно его пить. Но он такой, знаете, безвкусный немножко. Удовольствие такое недешевое, но это специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания для детоксикации всего организма. Вот видите, что он делает, тут просто кладезь всего. И в упаковке 25 порций. Ну вот мы с мужем пополам пропьем. И обволакивает желудок, и мягкое очищение, и улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Я вам честно скажу, доходили по кафешкам, что-то вот не то у нас, какой-то есть дискомфорт, хочется прочиститься. Набрали лишнего, муж скинул 6 килограмм, я набрала 2 килограмма. Вот представляете, а муж скинул. Где справедливость? Хотя все вместе кушали. Тут получается, что вообще? Эффективный контроль веса, детоксикация организма. Я, конечно, не стараюсь там быть супер стройной, супер красивой. Я обычная женщина. Но когда начинаешь полнеть, это тяжело. Организму тяжело уже в 40 лет быть сильно полной. Может, еще второй потом закажем, посмотрим. У нас один есть открытый, там осталось немножко. Мы немножко попили его перед поездкой. Но мы его не весь даже допили. Сейчас будем снова его пить. Тут написано, что для уменьшения объема пищи нужно, и нужно обязательно, чтобы он постоял 5 минут и снова перемешать, потому что там вот эти вот семена чиа как раз в составе идут, да, вот он состав, и вот эти семена чиа, они набухают. Псиллиум, он тоже набухает. Свекла сушеная, не знаю, экстракт стеви идет как подсластитель. Вот такая вот штука классная. Вот смотрите, по купонам я еще набрала средство, которое мою пол, оно мне очень нравится, потому что оно идет с натуральным эфирным маслом, это, ну, это полезно. А натуральный тут идет цитрусовый микс, артикул у него 108.97, идет 500 мл. Ну, ну, знаете, такое прозрачное, пенится, не очень-то густое, ну, много нальете, будет пениться вообще сильно. Ну и, конечно же, приятный легкий аромат у него. Можно нанести средство на губку, тряпку, очистить поверхность, смыть. Это можно развести примерно 10-20 мл на 5-10 литров воды и помыть им полы. Кто как пользуется, кому как нравится. Далее, моющее средство антижир. Хорошо справляется с моим фартуком на кухне. Артикул 307.01. Прям понравился. Огромный такой вот состав, классный. Ну и, конечно, биоразлагаемый, экологически чистый. Это очень важно для дома. Далее, вот зря, наверное, заказала. Я вот это заказала штук 5, наверное, по купонам. А вот это, к сожалению, я пожалела, что заказала. Знаете почему? Потому что мы же взяли вот это вот полезное для животных. И плюс вот это я взяла 3 штуки. В общем, на год нам хватит. Теперь вот захламилась, да, кто мне там писал, что у Кононова захламление, куда есть столько продукции, зачем она все родители обеспечивает и так далее. Ну вот, пошел эффект.
Пошла жара, как говорится. Артикул 30251. Концентрированный шампунь для очищения ковров и обивок. Но, в принципе, у меня мебель вся светлая, чистая. И как раз на ней любит спать кошечка моя. Поэтому, мне кажется, израсходуем быстро. Тоже биоразлагаемый, экологически чистый, что мне нравится. И он очень тоже хорошо работает. Да? Такая вот у него жиденькая консистенция. Приятненькая. Им пользоваться тоже удобненько. Так, живицу вообще всю припили. Поэтому взяла 5 штук. Жалко, что ее, по-моему, по купонам ее не было. Артикул 157.28. Тут 90 капсул. Ну, живица, она нужна и важна всем, всегда и для всех. Поэтому живицу нужно принимать. Часто спрашивают, кто сделал. Москва Никопольская. Так, это не то изготовитель. Афина Фарма. Россия. Чеховский район. Поселок Лобучаны. Институт инженерной иммунологии. Вот там ее производят. Это такие, знаете, обычные капсулки. Такие вот. И взрослым можно по 5 штук с утра пить. Викуся у меня пьет по 3 штучки с утра. Отлично. Вообще полностью закончились. Далее. Очень рада тому, что у нас начали выпускаться действительно классные, крутые, качественные масла. Вот это 100% натуральное масло сибирской пихты. Оно тонизирует, очищает кожу, подходит для ухода за кожей с повышенной жирностью, укрепляет волосы, может использоваться для расслабляющего массажа тела. И также идет у него хвойно-древесный аромат. Тюбик, конечно, не очень большой, это абсолютная новая новиночка. Так, идет он у нас с артикулом 1345, такое вот маслице. Угу. Вот такое вот маслице, очень-очень приятное. Аромат тоже, ну знаете, как будто вот елочка, как будто вот... Отломил елочку, вдыхаешь вот этот аромат, очень приятный, прям вообще классно. Его можно добавлять в крем, в шампунь, в бальзам, если хочется. Крем для тела его можно добавить. То есть его можно закапать и просто так его вдыхать. Его можно накапать в ванну и лежать в ванной. В общем, спектр применения огромный. Вот заказала его пару штучек. И вот таких еще пару штучек взяла. Масло эфирное эвкалипта. Ну, эвкалипт это вообще кладезь всего. Артикул 1346. Он идет как антисептик. Нормализует работу сальных желез. Улучшает состояние кожи при угревой сыпи. Восстанавливает кожу. Способствует устранению перхоти. Снижает выпадение волос. Прохладный аромат создает атмосферу ясности. И настраивает на интеллектуальный труд. Ну, сейчас намажусь. Сейчас намажусь, покажу вам. И как сниму быстро 50 обзоров. Не, ну я так шучу. Кстати, впитывается хорошо, быстро, слегка тепленько на руке, немножко тепловатый такой есть эффект, но не сильный. Немножечко так это греет. Я вот ощущаю, вот тут уже впиталось, его нет, и оно греет. Что оно еще делает? Помогает вдохнуть полной грудью и поддерживает в холодный сезон. Но у меня самая жара, но вот честно, сейчас в нос бьет вот эта вот свежесть, мне очень приятно, честно. Очень приятно, мне понравилось. Далее, восточный чаврис был по распродаже. Свекровь его очень любит пить, поэтому взяла 3 пачки. Тут 20 пакетиков, она 1-2 чая пьет. Ну, в общем, одной пачки ей примерно на 10 дней. Поэтому взяла 3. Артикул 16.012. У нас еще есть фисташковый с ромашкой и так далее. Вот эту новинку я заказала, думала, что мы поедем из Сочи домой. Но мы из Сочи, уехали в Абхазию. И поэтому оно провалялось очень долго. И у меня уже в Абхазии пару таких штук закончилось. Поэтому вот эту новинку я вам могу сказать, что она мне понравилась действительно. Хорошо ухаживать за волосами. Артикул у нее идет 28.30. Шампунь абсолютно недорогой, идет как укрепление и мягкость. И тут указано, что он способствует укреплению волос благодаря экстракту цветков красного клевера в составе, а также благотворно влияет на кожу головы, оказывая успокаивающее и противовоспалительным действием. Ну, вот поэтому он мне, наверное, и понравился, потому что у меня в голове время от времени, когда я долго не загораю и начинаю мало пить витамин, у меня выскакивает псориаз. И, конечно же, я поняла, почему я его оценила. И вот уже отзывы хорошие идут, то, что хороший шампунь. Что мне в нем понравилось? Он очень хорошо промывает голову. В каком плане? Волосики прям чувствуются, что они такие чистые, грубоватые. Он идет такой вот прозрачный, но он не сушит волосы, понимаете, он их не высушивает. Поэтому прям 28-30 ставлю 5 с плюсом. Отличный шампунь, 400 мл. Бальзамы я использовала и маски различные, не обязательно от линейки Love. Понравилось, даже на отдыхе понравилось. Хорошо очищает, хорошо. Дальше, что я еще заказала? Это маска, бальзам и мицеллярный шампунь. Вот этот мицеллярный шампунь мне, по идее, нравился всегда. Но, вы знаете, у него есть только один недостаток. Так, хотела взять туалетную бумажку влажную быстренько. Кстати, очень она мне понравилась. Как вы видите, заказываю уже в третий раз ее, хотя это новинка. Вот он такой густой. Видите, вот этот шампунь.
У него практически нет никакого аромата. Он хорошо пенится, он очень приятный. Он нормально промывает голову, но когда он заканчивается, из-за того, что он густой, его нужно держать вот так, и он у меня вечно падает, потому что тут, ну, неудобно. Потому что вот надавливать вот на это место очень неудобно. Приходится двумя руками с силой, чтобы что-то там вот достать остатки. И наоборот, когда я его ставлю, кто-то идет мыться, его роняет и назад переворачивает вот так. И когда я иду мыться, думаю, господи, проще мне сейчас перевернуть, помыться другим, какой там стоит, чем этот дожидаться. Потому что он густой. Но на самом деле мне он очень нравится. Когда вот он идет для чувствительной кожи головы, даже когда вот у нас у Викуськи проборчик подгорел, мы с удовольствием мыли именно этим шампунем ее, и ей он зашел. Артикул 127.4, ну или 12.74, он идет как сбалансированный микробиом здоровая кожа. Далее я к этому шампуню взяла маску для чувствительной кожи головы. Она бережно восстанавливает волосы, поддерживает микробиом головы, и пребиотик помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. Попробую еще эту масочку. Давайте посмотрим, какого она у нас с вами цвета. Вот он такой. Такой вот густенький. Тоже хорошо наносится, хорошо смывается. Нежный, легкий аромат. В общем, тоже нравится. Время от времени я вот эту линейку для себя проделываю и, в принципе, кайфую от нее. Ну, далее сложно, конечно, 100 раз одно и то же рассказывать, надоело уже. Очень понравилась влажная туалетная бумага, нежное очищение и свежесть, 40 листов взрослая, артикул 304.00, и 40 листов детская, у нее идет артикул 304.01. Очень понравилось, рекомендую. Свежесть такая, пролонгированная от нее какая-то, вообще клевая. Так, вот эта водичка Desperado не очень понравилась моему мужу, но очень понравилась и папе, и деду. Но папе эту водичку я не дам, потому что у мамы аллергия, а папа сидит дома, так как у него был паралич, и он плохо ходит, он редко ходит. И если он дома ей напшикается, мама будет только сидеть и чихать. Вот, поэтому папе я не дала, я отдам свекру маленькую версию. Он сказал, увезу ее, мало ли куда там пойду, там, например, за газ платить. Говорит, нанесу на себя этот аромат. Но действительно, мне этот аромат очень понравился, он очень приятный. Он такой грубовато-сладковато-озоновый какой-то. Вот я не могу описать это ощущение. Специально не читаю ни аннотацию, ничего, именно свои ощущения. Но нравится он мне. 32-74. Приятный очень аромат. На постоянной основе нет, я бы не хотела. Я люблю, чтобы поэтому уже разные ароматы исходили, не только от меня. Вы меня знаете, да, я на ароматы очень ветреная. Так, далее. Вот еще такая штука. Вот еще такая штука. Значит, артикул 910-401. Размер 28 на 5 на 28 на 5, да, абсолютный квадрат. Это идет салфетка для уборки со скрабирующей сеткой. Девочкам моим она так понравилась. Они сказали, закажи еще, потому что то они уже и стирали все. Артикул 910-401. Очень нравится, знаете, чем? Вот они моют-моют, что-то не оттирается, перевернули. И вот этой вот скребулькой все отчистили. И она до такой степени прочная, классная, но одной не всегда хватает. Я их заказывала 2 штуки, но у меня Викуська ее забрала, как одеяло кукле. Ну, елки зеленые, да бог с ним, бери. В общем, таким вот образом. А так она действительно классная. Жаль, что осталась одна. Вот я сейчас приобрела 2-ю. И далее еще одно вот такое вот чудо-салфетка. Заказываю ее, по-моему, уже 3-й раз, если я не ошибаюсь. Ну, 2-й точно, вот не знаю, 2-й или 3-й, это у нас идет салфетка универсальная с уголком, размер 35 на 35, тоже хорошая, мягкая, клевая, и вот такой уголочек, если что-то где-то не оттирается, взяли, оттерли. Скребет очень хорошо, грубияночка вот эта вот ткань такая, и как раз вот эта ткань, ту губку, которую я жду, с ионами серебра, которая была как антибактериальная еще губка, вот. Прям хорошая. И сама тряпочка хорошая, стирается хорошо, не разваливается, ничего, все как бы здорово. Дальше еще одно. Давайте сделаем это последним видео. Все-таки помните, как-то я наругала вот эти вот перчатки и сказала, что в них невозможно мыть посуду, из них выпадывает все. Так вот, мне пришлось их заказать, потому что у меня их попросили девочки, мои хозяюшки по дому, которые приходят мне помогать. У меня хозяюшка по дому работает уже с уровня рубинового директора, ну, это уже более 4 лет. И смотрите, перчатки силиконовые с артикулом 117.85, ой, даже 5 лет получается, да, 5 лет, потому что мы уже скоро 8 в компании. Это перчатки силиконовые, ими можно мыть все. Ко мне сейчас подошла, ну, не сейчас, а перед поездкой подошла моя хозяйка, говорит, Ань, вот, говорит, я дома, говорит, мою вот такими перчатками, мне они нравятся, они, я знаю, говорит, есть Faberlic, говорит, закажи мне, пожалуйста, такие перчатки Faberlic. Мне, говорит, нравится ими мыть ванну, душевую кабину, говорит, это просто обалденно. А я же ими просто помыла посуду из
сказала, господи, вся посуда из рук вываливается, я даже тарелку разбила, думаю, не буду ими мыть, и кому-то их отдала. И она говорит, я, говорит, ими пользуюсь, вот мне, говорит, их подарили, что-то там, по-моему, на 8 марта, что ли, но она их хотела, ей подарили, они стоят, по-моему, около 800 рублей, недорогие, она не могла их себе позволить. И вот тут я ей заказываю, она говорит, боже мой, они еще круче. То есть, получается, она не от Faberlic я заказывала, какие-то другие, а эти, говорит, еще круче, качественнее и плотнее. В общем, прибираться в душевой кабине и ванне, у нас есть и то, у нас два санузла, потому что мы купили вторую квартиру рядом и объединились. У нас сейчас 7 комнат, она говорит, очень удобно. Даже говорит, вот тряпку в руки взять и, говорит, просто там подоконник протирать, еще что-то, говорит, тоже очень удобно в них, именно в них. Даже говорит, вот в таком состоянии, да, такими перчатками брать тряпку. Но, говорит, ванну мыть, одно, говорит, удовольствие. Где-то что-то, если и не оттирается, что очень сложно с нашими средствами. Вы знаете, что наше средство для ванны, это вы пульверизатором нанесли и ушли. Через 10 минут пришли, смыли. И очень редко вообще эти перчатки бывают нужны. Поэтому опять, в общем, заказала, подарила и опять купила. Вот такая вот смешная у меня получилась история. Ну все, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. С вами была Конова Аня и проект Faberlic Online.